В Омске обстрелян рейсовый автобус с пассажирами. Накануне вечером неизвестные открыли огонь по автомобилю вблизи остановки «Оазис». В машину угодили две пули. Одна прошла насквозь, чуть не задев кондуктора, другая попала в дверь. Никто из пассажиров не пострадал, однако у автобуса повреждены стекла. Стреляли, предположительно, из пневматического оружия, так как пули, найденные в салоне, не боевые, а резиновые. Частный перевозчик, которому принадлежит этот автобус, в полицию, кстати, обратился не сразу, считает, что в транспорт стреляли просто хулиганы.